В церемонии награждения участвовали уполномоченные по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина, Хабаровском крае Виктория Трегубенко и Магаданской области Денис Павлик. Они вручили призерам дипломы, медали и памятные подарки. Я хотела бы сказать, что высокие результаты детей республики – это яркий пример того, что любовь безграничная родительская, любовь педагогов, которые занимаются с детьми, вот это все творит чудеса. И нет никаких границ, нет никаких ограничений. И даже если есть какие-то особенности в здоровье, при любви взрослых ребенок расцветает и может достичь просто небывалых высот. Дипломом первой степени первых международных детских инклюзивных творческих игр была удостоена хореографическая группа Дома культуры глухих. В номинации «Жестовая песня» диплом третьей степени отмечен дуэт Егора Засимова и Романа Нечаева. В номинации «Музыкальное искусство» был награжден Александр Холмактанов. В номинации «Художественное слово» Май Шишкин. В номинации «Хореография» танцевальная студия «Арт Дэнс». В номинации «Трио» Сергей Евтюгин, Бавасан Митапов и Ирдани Дагбаев. В номинации «Вокал» Александр Сорошкин. Участвую я в этих конкурсах, потому что... как сказать, мне очень нравится вокал, очень нравится петь. Ну и хочется, чтобы общество услышало. Ценило, услышало песни. Ну и мой голос. Осень в небе, ждут корабли. Осень в небе, прячат земли. Там, где в море, тонет печаль. Осень. Дмитрий Гамбоев, новости дня.